шоу «Ласта Рика» – единственный аттракцион в мире с участием дрессированных пингвинов. Они взбираются по ступенькам, преодолевают препятствия, а питаются исключительно балтийской килькой. Пляжную вечеринку устраивают их коллеги по манежу – гордые пеликаны и морские львы. Наша программа представляет к столетию российского цирка «Старый добрый цирк». Вот тот, по которому все соскучились. Все взрослые окунутся в детство, а дети получат колоссальное удовольствие. В программе собраны легендарные аттракционы. На арене сразу 4 цирковые династии. Один из коронных номеров от воздушных акробатов – журавли. Смех дарит зрителям всемирно известный клоун Май. Интервью не дает возможности вам рассказать все, что у нас есть хорошего и интересного, веселого, лирического, трюкового, многожанрового. Поэтому единственное, что вы можете сделать, чтобы узнать все, что тут происходит, это прийти на наш спектакль. Увидеть первое представление можно в Самарском цирке 8 марта. Татьяна Пудова, Дмитрий Алатырцев. Новости губернии.